Я дано тебе не просто так. Я твой очаг и твой костер. Я согреваю тебя и делаю так, чтобы все, что ты ищешь, ты легко нашел. Я всегда влюблен в тебя. Различаю, кто друг тебе, а кто враг. Ты для меня тот, с кем я пришел, тот, с кем я и уйду навсегда. Время, что нам так дано, я посвящаю истинно тебе. А ты закрываешь меня на замок и оставляешь всегда в темноте. Смотришь на тех, кто на тебя не похож, хочешь так сильно быть, как они. Не получается, чувствуешь, что ты никто, чувствуешь, что ты в этом мире один. Анализируешь каждый свой шаг, где ты свернул не туда, где ты сказал что-то не так и потерял свой пьедестал. И тебе так сильно плохо, кажется, что это провал. Но проблема совсем в другом. Ты просто свой ориентир потерял. Я понимаю тебя, безусловно, так же сильно, как и люблю. Но если б меня ты выпустил только, я бы рассеял всю тьму. Я ж говорю, я дано не так просто. Я твой очаг и твой костер, а ты боишься, боишься, серьезно. Ты думаешь, меня так легко сломать, фантазер? У меня достаточно силы, чтобы встретить всех и все, что к тебе пришло. У меня достаточно силы, чтобы дойти туда, куда ты поистине шел. Больнее мне делает не кто-то другой на этом мудреном пути. Больнее мне делаешь ты, когда садишь меня на замок и теряешь свой ориентир. С любовью, твое сердце. Вот, чувствуйте эту внутреннюю тягу. Она вас не подведет. Она вас не подведет, и ваше тело вас не подведет. Ну, я думаю, на этом все, да, по времени, наверное. А я бы еще осталась. Ну, всем спасибо!